девочки, а что прочитал Евгений Дисса средний? Кто не прочитал, двойка, да? Нет, не прочитал. Ну что, девочки, кому понравилось книжка? Мне понравилось. Мы вдвоем, мы втроем только прочитали, да, я так? Я половину. Валя прочитала треть. Я треть прочитала. Я прочитала 15%, и мне понравилось, несмотря на инцест. Я уже в Америке, да. Он только что сказал, что у нас инцест, а другая лесбиянка. Вообще просто. Это на самом деле... Вот я не увидела там. Нет, я понимаю, по факту. По факту это совсем. Да. Но вот в книге. Ты такая прям. Такая бы мне показалась. У меня он такой в книге. Вот у меня не было такого бы прям. Нет, у меня такого вот. Хотя тоже по факту, было. Да. Но по факту это и мне как-то показано по факту. И как бы Гента тоже из вот этого. Ну вот... и из-за этого, да, все началось. Кому понравилась книжка? Мне мои 15% прям очень. Мне понравилось очень, действительно. И вы, кстати, заметили, вот тут я хотела сказать, что у нас эти две книги вроде бы вместе оказались случайно на одном обсуждении, да? Но они совершенно не случайные, если смотреть их вместе. Те же самые спиральки, большие и маленькие, да? Ну, там, как она сказала. Спиральки, вот. Вот, и то же самое рабство, или будем говорить, да, там, угнетение, резьба армян в Турции, рабство, отголоски рабства в Америке и так далее, они очень сильно перекликаются. Мне понравилась книга, но некоторые моменты мне показались нераскрытыми. И, например, сама резня с ними, она вот этот весь ужас колонный, так что я даже книгу закрыла. Вот просто, действительно, мне прошипло. Вот, как бы я семья доктора, но переживания героев, они какие-то вообще как в стране. То есть Дездемона, то есть они вообще, они просто как бы... По-другому не выжить. Книга не об этом, наверное. Я знаю. Поэтому это так не об этом, но если ты от этого ужаса не абстрагируешься, не отделяешься, ты просто не выживешь. Я хочу провести параллель на протяжении всей книги. Вот то, как он переживает, что он девочка, и он мальчик. В тот момент, когда он познает, что он мальчик, у него другой половинка. Ну, как-то не раскрыто, как-то все это поверхностно. То есть, какой-то должен быть ужас внутри, это какая-то должна быть паника, какой-то стресс. Но это какие-то должны быть такие вот достаточно сильные эмоции, что хочется встать и бежать, или закрыться. А он это как-то, все вот как-то вот так на поверхности. Так он же всегда знал об этом. Он же изначально уже знал. Нет, он знал, что что-то не то. По факту он узнал, когда он к этому доктору Люсу, да, пришел. Но он чувствовал, что что-то не то. Поэтому он, скорее всего, постепенно он приготавливался к этому. И когда уже конкретно был поставлен диагноз, поэтому у него возможно был ужас, наоборот, облегчение. Да, скорее всего. Да, я тоже думаю. Потому что он наконец-то понял, что он и что поэтому он у него и не было такого. Он уже знал, кто. Но я не почувствовала ни его ужаса, ни его облегчения. Я читала как этапы его дальнейших шагов. То есть я не чувствовала его эмоции вообще. Но он же переживал очень сильно, когда все девочки начали формироваться, как там написано, а он нет. Да. Он переживал очень сильно. Он заходил в самый угол раздевалки. Это ужасно, девочки. Это ужасно. Просто меня травили в школе, я знаю. Просила маму купить бюстгальтер, мама. Что сказала, тебе нечего держать. То есть он переживал очень сильно, что у него нет проявлений девичества. У меня тоже бюстгальтер с латочками. Да, все было. Я очень хорошо знаю, что это такое. Я вот в книжке я это почувствовала четко. Я это увидела, скажем так. И он же был очень красивой девочкой. Изначально. Да, в раннем детстве. Все на него оборачивались и замирали буквально. А что случилось потом, да, что когда он ронял ручку, мальчик уже не один мальчик, да, и не поднимал ее. Поэтому он переживал.
А что вы думаете, когда мы необразованные? Какой необразованность? Необразованность? Вообще, замшелость вообще сознание. Необразованность, в принципе, в сексуальном смысле? Вообще всего. То есть невозможность разговаривать с родителями. А необразованность какие-то элементарные. Почему это происходило? Табуирование темы изначально. Да, это же годы какие. Двадцатые годы. Там же было не 20-е. Я не знаю, родители. Я росла в родителей. Да, если бы не ставить сложно, что я могла бы с родителями нечто подобное обсуждать. Потом 20-е годы это бабушка. Да, но дедушка, я просто говорю, откуда это идет воспитание. Это все идет понемножку. Там если там было написано, что по этим статистическим данным до 50-го года оральным сексом не занимались пары. По статистическим данным до 50-х годов никто не признавался, что он им занимается. А Генрих VIII признавался, а он жил значительно раньше. А если брать все следы, всякие маркиз де Сад и прочее, там они вообще всякими интересными вещами занимались. Мы говорим о том, что супружеские пары в их традиционном понимании, да, мы не говорим об оргиях, которые устраивались там в Древнем Риме и так далее. Мы говорим об обычных муже и жене. Когда я читала, я радовалась, что сегодня у этих детей уже не будет такой трагедии. Да, что сегодня есть психологи, сегодня есть литература, сегодня, по крайней мере, они поймут, что и как, и найдут, куда обратиться в большинстве случаев. Потому что я вот читала, и для меня это было ужасно. Вот, понять, насколько это человеку осознавать, что он не такой, как все, да, и прятать вообще себя и... Да и, в принципе, не понимать, что с тобой произошло. Мне кажется, вот, да, когда ты не понимаешь... То есть он понимал, что что-то не то, да, да, это ужасно. Девочка, скажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Он такой очень уютный. А почему его брата звали пункт 11? Да, меня это так раздражало. Я, когда я читала, думаю, что... Я не нашла нигде. Может быть, он 11-й, может быть, он 11-й в его повествовании, или... Я вначале, когда прочитала, я решила, что он 11-й ребенок в семье. Но нет, их всего двое. А я связала это с тем, что когда он рассказывает про этапы своего... Этапы, предшествующие его зачатию. Mm-hmm. И вот это связано с пунктом. И вот этот пункт, когда идет описание, как зачат его, старший брат, да. Он говорит, ну вот это предпоследний, 10-й, до момента. Я связала только с этим. Да, я так думаю, что ты, скорее всего, именно поэтому. Да, он же там расписывает все, что было, как. Вот сейчас там пункт 1 срождается. Да, может быть, это было как раз после 10-го пункта. Так что, когда он говорит... Вот это, мне кажется, ближе к истине. Он сейчас ставит вилку, что как это могло не случиться, что с ним это произошло. Но теперь вот безвыходная ситуация, и мир ожидает его. Зачем вот это вот, то есть, грубо говоря, он как-то лишил брата личности, ну, то есть, как бы имя, оно как-то связано, да, с личностью, а он его просто как-то каким-то неодушевленным предметом назвал. А кто-нибудь помнит имя объекта? А, по-моему, ни разу имени не было, только объект. Я, кстати, посмотрела фильм, очень классный фильм, советую посмотреть. «Король Буке». Мне очень нравится. Нет, «Король Буке» фильм, смутно, объект... Он же свою, фильм, который, кого он влюбился первый он раз? Девочка. «Король в бассейне»? Да. Нет, которая в бассейне. Нет, бассейн это второй класс. Нет. Девочка, брат, который пытался за ней ухаживать. А, одноклассница. Одноклассница, да. Она одноклассница, да. Смутный объект мечтаний или как-то смутный объект желаний, по-моему, фильм так называется. Он про этот фильм и говорил. И поэтому он ее называл объект. У него не было имени, он ее называл объект. Ты не читала, что ли, об этом?
Не связал это с этим фильмом. А он не фильм. Он объясняет, почему он называет ее объектом. Он посмотрел этот фильм. Он посмотрел этот фильм. В фильме кто-то постоянно носит с собой мешок тяжелый. И он, и поскольку он воспринимал свои вот эти чувства и свои старые ощущения, пока он не понимал, что происходит, как мешок тяжести, который ему постоянно приходилось на себе таскать, он вот назвал эту девочку по... Сказал, что я буду называть ее объектом. Это интересно тоже, вот в среднем, средний пол, да, когда читаешь, вот там же мне кажется, что там вот конкретно прописана мужская и женская линия. Вот, вот прям вот женщины все такие... Босая, босая, да, босая, нечесанная на кухне с кастрюлями. Мужчины. Молодцы. Молодцы. Если, опять же, человек рос в традиционной семье, не просто христианской, не обязательно христианской, просто в традиционную. Но я вот росла не в деревне. Тбилиси – это город, где было 1 200 000 жителей. Но приблизительно то же самое. Религии навряд ли. Просто воспитание было. Дома наши бабушки, дедушки, многие так же. Не было принято. У нас за домом следили, и некогда наряжаться. Ну, скажем, я не знаю, как сейчас, но во времена моей юности после свадьбы родители жениха несли родителям невесты авоську с красными яблоками. И все соседи смотрели, несут ли красные яблоки в качестве подтверждения того, что невеста была девственницей. Да. Не что все состоялось, а что невеста была девственницей. Да, бывает же такое. А до сих пор же есть культуры, в которых проверяют, да? Вот эти вот вещи, и люди придумывают, как их обойти, как обхитрить. Это ну, настолько... Есть же и операции делают, восстановление. Сколько угодно раз уходить замуж как девственница. Да, да, да. Неограниченно. Причем, по-моему, очень пользуется успехом это, популярностью этой операции, я слышала, у мусульманских женщин. Ну, если без этого никак, а какая в этом ценность? Ну, я не понимаю. У меня есть опыт. Мой муж, бывший, он наполовину осетин. И у него, он из очень древнего рода, осетинского, там, условно, эти башни в горах, и если происходит какой-то конфликт, то его бабушку, она 3 года назад умерла, ей было там 96, ее отвозили в Осетию для того, чтобы она мирила кланы после там. Очередной раз украли кого-то, и, ну, действительно, кровавые. Вот. И, да, и мы по семейным обстоятельствам, пока шел ремонт, жили с ней. У нее действительно, говорят, голубая кровь. И несмотря на то, что это было, ну, сколько это было, 10 лет назад, мне не разрешалось сесть за стол с мужем, с ее присутствием. Хотя она очень образованный человек. Образованный. У меня однокурсница вышла замуж за грузинского мальчика из Москвы, девочка сама москвичка, собиралась приезжать в Тбилиси. Ей вот рассказали, что там такое, там нельзя, невестка не имеет права сесть за стол, невестка не имеет права то-то, то-то. И она рассказывает, что приехали они, свадьба была в Москве, приехали они после свадьбы, она говорит, я стол накрыла, и хожу вокруг, говорит, хожу, и говорит, и сесть не решаюсь. И как бы, и не знаю, что делать, пока, говорит, свекровь не говорит, Ира, мы тебя долго будем ждать? Ты наконец сядешь, я, говорит, сел, все. В той же самой семье Зоя, с тем же самым воспитанием, да? И у нее в семье было совершенно другое. Да, которая, как сказали, что стала настоящей американской.
Сумелина. Сумелина. Нет, 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 имеется, что у нее там одежда, стрижка, образ жизни и так далее. Там говорилось, что она стала американкой. Это когда она была молодая. Я и про то, что когда она приехала, 70-летняя. Когда уже умерла ее спутница жизни. Когда умерла ее спутница жизни, она 70-летняя приехала вся из себя. Да. Я бы, наверное, еще что-нибудь этого же автора читала. И причем книга настолько живая, что я даже попыталась найти ее биографию, но не нашла. Потому что мне казалось, что человек пишет про себя. То есть вот она, он реально про себя пишет, да? Он, а ты читала, что он про себя пишет? Да. Да? А. Он про себя пишет. Но тебе не показалось, что он тогда тоже? Что мне иногда приходилось назад немножко обратно, потому что вот сядешь и пошла глубоко, и тут теряю немножко нить. Потому что очень много описаний, и описание как-то вот... Она не плавная. Избиральки, да? Да, вот это вот. Нить я очень теряла, но когда, когда Валя сказала про спиральки, я поняла, вот, это она не про возлюбленную, это она про Евгенидису рассказывает. Я такая читаю, и первый посыл, что книга о том, что он гермафродит. Я такая, да, сейчас я буду читать про гермафродита. Я прочитала треть книги, и там еще про него почти ничего не было. То есть только про то, как он родился. Была история описания его бабушки, дедушки жизни, отца с матерью. И в этом плане мне немножечко казалось неестественным то, как он это описывает. Мне казалось неестественным то, что он этого не видел и говорит об этом не то, что вот мне бабушка рассказала, что она вышла и посмотрела, а как бы описывая все и вот эти вот рубиновые крыши там и вот это вот все. И мне это кажется немножечко ненастоящим, вот как раз за счет того, что он этого не мог видеть. Я понимаю, что это, что это его, как раз это его творчество, но вот в некоторых моментах мне казалось, что, наверное, чуть-чуть мне вот не хватает какой-то правдивости, да, вот именно вот в тех, в старых описаниях. Когда он описывает уже себя, там я уже это легко воспринимаю. А вот тогда, когда описывает прошлое, которого не видел, мне это кажется чуть-чуть неестественно. Когда у тебя просто человек, который пишет художественное произведение, пишет, что она вышла на там, склон и увидела рубиновые крыши, это ж тебя никак не цепляет? Это правда? Меня не цепляет, да, потому что как бы это без претензий на то, что это на реальных событиях вымысел, и поэтому все хорошо. Удивительно, потому что мне это понравилось. Мне тоже это понравилось. Меня это не смущало. Я готова была думать о том, что это фантазии, или он о себе это представляет, или как бы это было, если бы он был. Не знаю, но как раз вот пока до самой сути я, к сожалению, не дочитала, поэтому не могу сказать. Потому что я все ждала, когда он начнет уже родиться. Когда он уже про себя. А ты не дождешься. Он про себя очень мало рассказывает. Там практически нету про себя, практически ничего нет. Большая часть он рассказывает про своих родственников. И чтобы для себя понять, наверное. Я так думаю, что он эту историю рассказывает для того, чтобы для себя понять, как это все получилось, каким образом он состоялся вот такой, какой он есть. А про себя он там очень, ты не жди, там не будет такого. Ну, тут еще я сама православная христианка, да, но думаю, что именно христианство погубило их семью. Почему? Потому что, ну, уже сделали, живите дальше. Уже приняли решение, уже сделали, да? Но нет, надо теперь себя мучить всю оставшуюся жизнь, да, отравлять жизнь себе и всем окружающим, понимаешь, сделать из семьи, которая могла бы быть действительно счастливой, со здоровыми людьми, кромешный ад. У меня сидят такой патриархат. Все были здоровы, по-моему. Ну, гемофродит, это не значит, что ты больной. Ты понимаешь, здоров физически и... Расти в семье, где постоянно какая-то предгрозовая атмосфера, да, нездоровье эмоциональное. Да. Но гермафродит это все же не здоровье. Нет, я не про него, я про его родителей. Про родителей, да. Я про то поколение. Оно же тоже выросло со своими тараканами в голове. Да, еще с какими тараканами. Этого всего могло бы не быть, если бы... Может быть, если бы, да, расслабились и получали удовольствие. Жить с
родителями, там, с бабушкой. Но она же изначально с Демона думала, что она совершает ужасную ошибку. И она дала согласие на замужество, ну, под страхом практически смерти, да, что она сейчас либо сгорит в огне. По поводу своей страсти. Да. Кто ей мешал развестись? Так воспитанно. Они, в конце концов, не католики. Да, но развод же всегда считался не очень хорошим. Я соглашусь, можно не рожать ребенка. Если ты изначально живешь в аду, и вот она вначале, она же по доги второго пережила, вот это, она же пошла перед тем, как трубы привязала. Сделала операцию. Она же делала операцию. И хотела перестать рожать даже после первого ребенка. Она отказывала ему в близости, только чтобы не рожать. Да. А есть у кого-то любимый персонаж? Любимый вот в этой персонаж. Книге нет. Они любимые. Да, наверное, ее отец. Не знаю почему. Но его отец. Мистер? Да. Почему? Слишком слабовольный? Как бы для патриархальной семьи слегка не до мужчины. Если мы говорим о патриархальной семье, то она ограничена. Нет, если мы говорим про ограниченность, да, мы должны делать скидку на время, в котором они жили. И тот уровень образования, который он имел возможность получить. Особого не было. Вот, но... При всем при том, да, что зарабатывал деньги, что обеспечивал достойный уровень существования, ну вот как-то на всем... Это же он увлекался всем... греческой мифологией, да? Его отец Лепти. Тот он не смог получить, он не смог получить образование нормального, но если бы он получил образование, там же было сказано, что в другой жизни он мог бы быть профессором. Не так ужасен, как Мильтон. Слушай, я бы не сказала вообще, что он ужасен. Ну или не ужасен. Вот мне как раз симпатичен очень до самой смерти, да. Хотя вроде бы, да, именно он склонен к преступлению и все. А вот Мильтон из него как-то не получился нормальный мужчина, вот, на мой взгляд. То, чего ожидаешь от главы семьи. Хотя, в общем-то, у него и поступки нормальные. Ну, мальчиком, когда он был. Мне больше всего понравилось, как он играл на саксофоне разным частям тела. А, на кларнете, да? Да, на кларнете разным частям тела. Это, конечно, просто... Это просто верх ухаживания. Я считаю, для меня пока не они осознают свою принадлежность к чему-то культуре, а он как раз и есть средний слой, какой-то бесполый, материальный, абсолютно. То есть тоже почувствовала, да, что чего-то не хватает? Когда взрослый мужчина меняет машину раз в год, покупает дом без согласия жены, жена даже не видела, как он купил. Вот я тут плачу наличными, конечно же, это ограниченность. То есть, когда тебе 20 лет, ты хочешь пустить пыль в глаза, ну еще ну, как-то так. А когда у тебя за спиной такой жизненный путь, ты по-прежнему, по сути, не вырос. Не вырос, да, ты по-прежнему хочешь самоутверждаться. Таким, ну, дешевым образом, на самом деле. В нашем семействе была такая интересная вещь, что папа мужа так себя ведет, и муж, он очень хорошо это видит, понимает, и мне это нравится, что он... Ну, видит это. Говорит, да, мой папа там. А по своей игрушке он играет на все. Ну, хорошо, то есть мне не нравится, мне не нравится этот папе, да, но мне нравится, что мой муж это видит и понимает. И не делает так. Меня как-то даже не царапнуло, что он купил дом без жены, хотя удивилась. Да? Во-первых, нигде не было показано, имела ли она вообще в этом доме право голоса или нет, как-то оно там оставалось за
за кадром, да, нигде, нигде не было ее участия. А во-вторых, я как-то, ну, дочка офицера, жена офицера, и типа вот для меня, что вот все, собираемся, переезжаем, или как сюда, да, что все, нас уговорили, нет, но тут я принимала решение, да, то, что как раз я вначале не хотела, потом уговорили, что все, через 2 недели едем в Эстонию. Но тут еще вопрос тот, какой, какой у вас бюджет, если у вас общий бюджет, или как-то, ну, в смысле ты покупаешь что-то без меня, такое крупное, нам? В смысле? У них не было общего бюджета, потому что там несколько раз звучало, если вы обратили внимание, фраза, что он уехал, а мы с мамой стали тратить его деньги. Не наши деньги, не деньги семьи. Да, кстати, мы с мамой стали тратить его деньги. Там не было общего бюджета. Поэтому я и говорю, что нигде не было сказано, и не было подчеркнуть, что это он зарабатывал. Ну, бывает так, когда мужчина зарабатывает или женщина зарабатывает, но тем не менее это общий бюджет. Он всегда был, жил своей жизнью, мало он вообще не участвовал в воспитании детей. Он же говорит о том, что я своего... Нет, он участвовал в воспитании детей. Он вспоминает, как отец ему рассказывал про вот как появился. Я, кстати, только из этой книги узнала про значение этого Кадиллака. Я их путаю, бабушку, дедушку и эту. Вот сейчас у меня немножко такая путаница в голове. Да, про Кадиллак я тоже читала. Да, вот я но это было же... Я пошла я смотреть. Я путаю Демона, Лекция, Тесс и у меня такое сейчас немножко в голове сумбур. И потом Лефти, он бы тоже занимался детьми, если бы просто его не выключили из жизни, и ему просто приходилось уходить из дому, и он в конце концов нашел себе вот это вот заведение, в котором он мог проводить все время, чтобы не чувствовать себя чужим в собственном доме. А мне больше всего понравилось. А мне больше просто я галерею сделаю. А мне больше всего понравилось Десдемона. Не знаю, почему, честно говоря. Помогайте мне, девочки, почему она мне может понравиться? Не знаю, мне она очень понравилась. Мне она тоже понравилась и Десдемона, и Лефти мне понравились. Я понимаю, что сколько она ошибок сделала, но мне кажется, зато она... ее слабость, вот то, что она поддалась страсти, да, не зову сердца, скажем так, а не разум. Мне кажется, она очень искренняя такая. Вот я сказала, что у меня любимая героиня Десдемона. Настоящая она какая-то. Она из-за этого и страдает всю жизнь. А вот это вот ее затворничество на 5 лет. Ну или на 8. А, 5 лет после того, как они встретились, как он пришел. 5 лет прошло. Ну, неважно, 8. Это что? Это для чего? Вот по мне так махровый эгоизм всю жизнь. Угу. Мне вот тоже какой-то. Вот это мне не очень понравилось. Вот это я вообще не понимаю. И, кстати, здесь тоже параллель с возлюбленной. Когда бабушка легла и отказалась подниматься. Ну, Лен, почему это эгоизм? Это депрессия там какая-нибудь, вот это все, ну, это болезнь. Вот депрессия – это болезнь. Я не понимаю вот этого, вот все-таки не понимаю до конца, почему она это сделала. Нет, я просто про возлюбленную сейчас, про бабушку. Да, наслаждалась этим телевизором, этими сериалами своими. То есть она хотела умереть. Я не хочу, потому что я, конечно, не хотела. Но она говорила, по крайней мере, все время. Она, да, у нее там брошюрки, да, все время лежали, да. И она придумывала, да, мнимые болезни на самом деле. Но потом она все умерла, потом все заболела. Понимаешь, когда человек в депрессии, ему не важно, из какого шелка будет подушечка на его гробе, честное слово. Я не читала эту часть, я про возлюбленную просто сказала. Это такая игра в депрессию получается. Вообще, я считаю, что вот из этой ситуации есть только одно решение, просто надо было перестать ей приносить еду в этом гостевой горе. Может быть, она вдвойне им побежала, а вот эти устала. Они не могут. Кто бы смог реально бабуле-то еды
еды не принести. Я бы смогла. Вот честно, я тебе могу. Не нравятся тебе манипуляторы, да? Если бы мне врачи сказали, что она абсолютно здоровая, и проблемы у нее. Но такой бы бабули в твоей семье, скорее всего, не было, мне кажется. Такая бабуля могла появиться только в той семье, потому что она знала, что вот они будут ей носить еду. Ты знаешь, у меня в семье есть такая бабуля, да, слава богу, я от нее. А кто ей носит еду? Дочка. Видишь, мы 25 лет не можем ее уговорить, что ей надо уехать оттуда. А сейчас там уже пошла такая созависимость, что лечить, по-моему, надо не маму, а дочку. Но она же уже вот эта тема непонятная, для меня тоже непонятно. Когда она с горы до своей уходит, смотрит на нее в последний момент, она как отказывается от жизни, что жизни больше не будет. Да, наверное, она покидает действительно все, как бы сделала обрыв. Она когда забеременела, она еще не знала об этих проблемах. И если бы случайно у них за столом не отказался этот врач, который спас Левтия, и не рассказал о том, что близкородственные браки несут такие проблемы. У нее, возможно, и в жизни все было бы нормально. У нее же после этого пошел щелчок. Да, и пошли все остальные причем проблемы. Причем странно, что она такую ответственность на себя взяла, да? Не он, а она. Еще мне очень понравилась книга, потому что здесь есть ирония. Я обожаю такие книги, в которых ирония. Вот «Возлюбленная» я этого не увидела. Я, правда, прочитала там половину. Но здесь, понимаешь, не ироничная. Слишком суховато. Ну, это на мой взгляд. Ну, потому что тема не та, чтобы, знаешь, иронизировать все-таки. Не знаю. То есть здесь отдельная семья все-таки. А там... Здесь автобиография. Здесь, скорее всего, это ирония в качестве защиты. Оно, понимаешь, оно в качестве защиты, когда очень больно. Я в голос хохотала, когда этот немецкий доктор пришел, журналист, который составлял рейтинги доктора. Не смогли сказать, что бабушка на самом деле не могли бы позволить победить какому-то итальянцу. Один там затесался болгарин.